Сейчас люди не только сами себе ставят диагнозы, но еще и могут платить за это деньги. Не может быть! Точно? Вчера приходил юноша и просил подтвердить, что у него плоскостопие для военкомата. И хотел платить за это деньги. Вас можно пригласить на танец? Четверо детей. А, ну отдыхайте, отдыхайте. Что это вы отмечали? Звоню тебе на мобиле, а там шум, веселье, пьяные голоса. Да какой там, это я в троллейбусе ехал. Мне больше нечего терять. Ну, Мадрена, смотри сама. Я бы на твоем месте несколько килограммчиков потерял бы. Я недавно встретился с девушкой, с которой 2 недели переписывался по интернету. Вау! Как? Ты знаешь, я недооценивал ее способности работы в программе фотошопа. Я купил своей жене кольцо с бриллиантом, и она со мной уже 2 недели не разговаривает. Почему? Ну, таково условие. Милость города берет. Ага. А глупость — кредиты. С тех пор, как вы начали у меня работать прислугой, начали пропадать вещи. Серебряные ложки, продукты из холодильника, моя косметика. Мне кажется, наступило время указать вам на дверь. А дверь-то мне зачем? Как заработать на пробках? Можно сдавать заднее сиденье иногородним. А вчера вдруг сломался компьютер. Жена сказала, чтобы я погулял с ребенком. Я решил увезти дочку в зоопарк. По дороге оказалось, что ребенок — это внучка. А дед Петруха, а откуда на солнце пятна? А это синяки от солнечных ударов. Это кто это? Удивился Чичиков. Помощник сказал: это мертвые души, по-научному зомби. Именно вы их и купили. Ты на лошади ездишь? Нет, я даже не знаю, как она заводится. Женщины, борющиеся за равноправие полов, задумайтесь. В лексиконе феминистки нет слова «хочу шубу». Дедушка, дай хотя бы хлеба. Да тебя не заставишь есть, мама твоя говорила. Ну не 4 же дня, дед. Муж помогает вернувшейся из магазина жене разложить покупки и спрашивает: ну и зачем ты накупила столько, не бухла? А что, хлеб не свежий? Свежий? Нажимайте сильнее. Мадам, можно я вас поцелую? Вы с ума сошли, дед? Да я же вчера видел, как вас целовал Вовочка. Ну, он не спрашивал разрешения. Вам не нужен бухгалтер с морским уклоном? Это как это? Ну, мне половина, вам половина, и концы в воду. Подписываемся, кликаем на колокольчик.